Всем добрый день. Сегодня у нас 10 сентября. Осень, можно сказать, такая, знаете, унылая пора в разгаре. Позавчера, если солнце прекрасно было, вчера целый день дождь. Как в 5 утра зарядил, и до конца дня дождь. Потом тревога. После обеда. Тревога. Так страшно, знаете, на улице никого. Это дождь, холодина, ветер. Это ужас. Сегодня еще, как говорится, Бог миловал, еще пока тишина. Ой, Господи. Хочу сегодня приготовить блинчики с мясом. Ну, так захотелось этих блинчиков вообще. Вот захотелось и все. Поставлю мясо варить, окорочки у меня, кусочек свининки, окорочка у меня куриные, кусочек свининки пусть варится, а я этим временем займусь блинчиками, сделаю блинчики. 800 миллилитров молока у меня, такое, комнатной температуры. 2 яйца добавляю. Столовую ложку сахара обязательно, хоть и начинка будет не сладкая. Так. И мука. Муки я 0,5 килограмма подготовила. Частями берем. Блинчики всегда взбиваю погружным блендером. Получается быстро и качественно. Добавлю 2 ложки подсолнечного масла. 1, 2. Муки достаточно уже. У всех разная мука, то я говорю, отвесила 0,5 килограмма, там как пойдет. Частями добавляем. Тесто на блины готово, видите, без комочков. И такая густота, какая мне надо. Все, теперь мясом займусь, вернее, начинкой. Жарить буду на 2 сковородках длинных. Сковородой смазываю растительным маслом. Половничком я набираю. Маловато надо целый бы Передержала вроде, да. Первые передержала. Огонь сделаю поменьше, все. У меня уже фарш перемелен на мясорубке. Куриные бедрышки здесь и кусочек жирненькой свинины. Сейчас я обжарю с луком. Лук нарезала, вот большую луковичку кубиком. Сейчас это все я буду лук вначале, а потом добавлю фарш обжаривать. О, уже я обжарился. Лук, добавляю фарш. Мясо. Вместе с луком прогреваем хорошо.
фарш у нас готовый, не надо его так сильно обжаривать. Все прогреется и хорошо. Посолить, поперчить, доводим тут уже на сковороде до вкуса. Все подготовлено. Блинчики посчитала, 18 штук получилось. Так. Верхние остыли, фарш остыл. Буду заворачивать блинчики. Фарш добавляла воды немного, чтобы не слишком рассыпчатый был. И все. Поехали. Конвертиком буду заворачивать. Вот такой. Блюдо, конечно, вкусное, но повозиться надо. Так. Так, все сейчас помотаю. Сковородка уже нагревается, маслица положила, растительного, сливочного, вот завернула часть обжарить, чтобы блинчики всегда обжаривали. До румяной корочки. Обжариваю на небольшом огне, подрумяниваю с двух сторон блинчики. Обжарила блинчики. Как для того, чтобы покушать несколько штук, обжариваться, а так обжариваю, а так лежат они просто скрученные. Вот такие блинчики. Падает с вилки, взяла вот на разрезе. Сейчас попробую кусочек маленький. Отрезала. Видите, фарш не высыпается, держится нормально там. Я говорила, мне так хотелось этих блинчиков. Вкусно, вкусно. У меня еще есть бульон мясной. Мясо варила, приправила, все, то я буду блинчик с бульоном есть. Готовьтесь, ешьте и всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, вы тоже приготовите такие блинчики. Все их умеют делать. Напомнила просто, что можно сделать такие блинчики. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, готовьте со мной. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.